Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, какую же криптовалюту стоит купить в 2024 году. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы, а также всегда постим самые актуальные новости и инсайты с рынка криптовалют. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. В прошлом видео мы с вами уже разобрали, что же такое альтсезон и как мы с вами можем его определить. Поэтому в этом давайте подберем оптимальную стратегию и выберем те активы, которые лучше всего купить в 2024 году. Определить потенциальные точки входа и выхода из сделок помогут инструменты технического анализа, такие как графические модели, индикаторы, анализы объема и так далее. Изучая графики цен и определяя ключевые уровни поддержки и сопротивления, трейдеры могут принимать более обоснованные торговые решения. Наблюдение за крупными инвесторами или же китайцами — это еще один отличный способ предсказать волатильность рынка. Отслеживание адресов с большими балансами даст представление о моделях их покупок и продаж. Анализируя сделки китов, трейдеры и инвесторы могут определить потенциальные тенденции рынка и предвидеть движение цен. Тщательный анализ проекта также поможет не ошибиться с выбором актива для покупки. Советую обращать внимание на рыночную капитализацию альткоинов, его токеномику, команду, стоящую за ним, разработчиков и технологию, которая лежит в его основе. Подобрать криптовалюту на ближайший альтсезон – это задача не из простых. И иногда лучше обратиться за этими идеями к профессионалам. Итак, что, по мнению профессионалов, стоит купить в 2024 году? Альткоины – это альтернативные криптовалюты. В категорию входят все монеты, кроме первой пары биткоина. Многие альткоины предлагают возможности, которые недоступны в сети биткоина. И часто альткоины, в отличие от тяжеловесного биткоина, демонстрируют лучшие результаты роста. Рассмотрим на примерах. Максимальная точка входа биткоина после халвинга в мае 2020 года зафиксирована на уровне плюс 651%. Самый капитализированный альткоин эфириум на фоне халвинга биткоина 2020 года вырос больше, чем на 2500%. Ну а любимая криптовалюта Илона Маска, Dogecoin, в цикле после халвинга подорожала более чем на 31500%. Куда более впечатляющие результаты роста альткоинов привлекают к альтернативным монетам внимание участников криптосообщества. Мнение экспертов о том, в какую криптовалюту стоит инвестировать в 2024 году, немного разошлись. Какие же криптоактивы выделили эксперты для покупки в 2024 году? Первое – это акцент на Solana. Марина Трофимова, CBDO BitsGap, считает, что лучшая криптовалюта для инвестиций в 2024 году – это Solana с тикером SOL. Свой выбор она объяснила высоким спросом участников рынка на инструменты проекта и активный рост его сообщества. Среди других перспективных монет Марина Трофимова выделила Celestia, или же TE, Ethereum, или же ETH, и Toncoin, или же TON. Каждый из упомянутых альткоинов, по ее мнению, может вырасти в 2024 году. Мнение Марины Трофимовой поддержал главный аналитик BitGet Research Райан Ли. Он поставил на первое место также Solana и напомнил о том, что еще недавно участники рынка хоронили проект. Несмотря на давление, Solana выжила и доказала свою устойчивость. Также Райан Ли посоветовал инвесторам обратить внимание на токены проектов, которые запускаются на Solana, такие как Raydium или же Ray, Jupiter или же Jupit или же Pit и Bong. Эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков считает, что больше всего заработать можно на малоизвестных монетах с низкой капитализацией, которые неожиданно выстреливают на тысячи и десятки тысяч процентов. На жаргоне — на десятки иксов. Он привел пример Ordi, токен BRC20, который с $4 в октябре взлетел до $60 в декабре. При этом Дмитрий Носков отметил, что спрогнозировать взлет очередного альткоина не так уж и просто. Поэтому надежнее, по его мнению, полагаться не на максимальный заработок, а на успешные перспективные проекты. Внимание стоит обратить на Avalanche или же AVAX,
Solana или же Sol, и Ripple или же XRP. Так выглядит список лучших альткоинов, по моему мнению. Ну и, конечно же, внимание на диверсификацию ИИИ. CEO Rocket PR, трейдеры Оксана Белянская, считает, что на рынке много достойных внимания альтов. В свой рейтинг лучших альткоинов для инвестиций в 2024 году она включила многие монеты. Ripple XRP, Shiba Inu или же SHIB, Polkadot или же DOT, Cardano или ADA, Solana или Sol, Binance Coin или же BNB, Ethereum или же ETH, Avalanche или же AVAX, Polygon или же Matic и Hedera или же HBAR. Также ранее я уже делала обзоры на криптовалюту AVAX, ADA и HBAR, поэтому рекомендую посмотреть их в предыдущих видео. Ну и на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что тебе было полезно и интересно. Если понравилось, то не забывай ставить лайки и колокольчики. И также подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пиши в комментариях, о чем бы ты хотел следующий выпуск. Таким образом, мы с тобой будем делать контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну, если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоин, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.